Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про поточну політичну ситуацію. З нами народний депутат України від фракції «Слуга народу» Кирил Нестеренко. Пане Кирило, я вас вітаю. Власне, перше питання. Ви вже місяць в парламенті перший раз. Які загальні враження від роботи? Якщо ви не проти, я буду розмовляти російською, тому що для моїх виборців так, це зручніше і зрозуміліше. Ощущения очень приятные. Мне нравится, что у нас большая команда, нас большинство, и несмотря на попытки раскачать как-то ситуацию со стороны оппозиции, мы очень уверенно идем вперед, оказывая вот тот уровень поддержки и доверия, который нам выразили избиратели. Мы идем вперед, несмотря ни на что. Вот вы уже могли заметить, приняты такие законы, например, снятие неприкосновенности. Все говорили, все обещали, мы сделали. И в таком ключе мы дальше двигаемся. Сейчас включен турборежим. Достаточно сложно по нагрузке эмоционально и физически принимать такое большое количество законов. Тем более мы, ну, лично я по себе скажу, я пытаюсь разбираться в каждом законе, потому что, приехав сюда на округ, я вот сейчас неделю работаю на округе, люди спрашивают, вот вы проголосовали, допустим, за кассовые аппараты, вот это плохо. А я им говорю, что это неплохо. Это действительно хорошо. Просто в этом нужно разобраться и аргументировать людям. Потому что это не просто нажатие кнопки там. Это действительно принятие ответственного решения на уровне всей страны. Ну, от все ж таки, причетність до прийняття державних рішень. Ви досить молода людина. Чи впливає це на психіку, на психологію людини? Чи змінює це людину взагалі? Смотрите, дело в том, что я к этому давно шел. Может быть, не планомерно вот так вот баллотируясь куда-то, а у меня было всегда свое общественное мнение, которое я максимально хотел выражать. У меня была своя общественная организация, которая занималась благими делами абсолютно безвозмездно. Поэтому для меня, вот как раз я вот насмотрелся за 28 лет в стране, как не нужно делать. Поэтому на фоне этого, действительно, вот при большом желании и поддержке людей, мне очень нравится это делать. Абсолютно не трудно, но главное вот чувствовать важность каждого принятия этого решения. Она у меня есть, я максимально стараюсь быть открытым и со своими избирателями, веду открыто свои социальные сети, чтобы все понимали, ну, чем я вообще занимаюсь. И основное, то, что я рад, наконец-то, я до этого занимался коммерческой деятельностью в последнее время, я полностью закрыл все свои коммерческие проекты и занимаюсь конкретно, планомерно политической деятельностью. Вот одно направление взял и по нему дальше двигаюсь. Вот это так и правильно. Вот депутат – это его работа, он так и должен работать, не пропуская, вот действительно работать на этом месте. Ну, власне, вы згадали, что йшли как депутат мажоритарник. А чому, власне, «Слуга народу»? Чому вы зробил такий вибір? Ну, вообще моя ситуация и история очень интересная тем, что на моем примере, как я считаю, показывают всей стране, что начались перемены. Перемены в каком плане? Демократии и возможности, что вот в будущем на моем месте окажется любой молодой там, студент, парень после института, либо просто активный общественный деятель, у которого есть своя позиция, и он хочет менять ситуацию, не побоится. Я же просто заполнил заявку на сайте партии, отправил видеорезюме свое, подал 3 законопроекта, которые я вижу, первые шаги моей Верховной Раде, вот, и прошел собеседование в Киеве. После этого вот дали возможность представлять партию «Слуга народа» на 26-м округе, где я прописан и проживаю. Поэтому все так очень взаимосвязано. Ну, честно, можно фильм снять по этой истории. Стосовно, знову ж таки, «Слуги народу» і законотворчої діяльності, про що ви говорили. Власне, вже було декілька раз така ситуація, коли законопроекти, які ставились на голосування, не набирали необхідної кількості голосів – 226, хоча «Слуга народу» – це 253, якщо я не помиляюсь, депутати. Наскільки фракція є монолітною? Смотрите, дело в том, что из-за того, что очень сжатые сроки, и мы хотим максимально, мы обещали людям показать изменения,
мы не хотим там затягивать некоторые моменты. И те голосования, вот, насколько я знаю, два закона, которые не принялись, это там касательно Чернобыля, ну, старых УРСР, там правка по чернобыльцам есть, которая, в принципе, не всех устраивала, потому что хотелось бы предоставить альтернативу, если убрать там у чернобыльца выплаты, ну, что им дать взамен. Поэтому это не прошло. И следующее, это по поводу изменений в Конституцию касательно внесения вот в криминальное провадження, вот то, что сейчас это следующий этап после снятия неприкосновенности, это изменения в Конституции именно криминального провадження. Так вот, немножко там некоторые коллеги мои увидели, что есть наверняка какие-то неточности, они захотели внести правки, поэтому я так понимаю, что это голосование, ну, не то, что было оно сорвано, просто его перенесли для дальнейшей доработки. Ну і все-таки стосовно монолітності фракції, чи є певні протиріччя всередині парламенту, скажімо, можливо, між мажоритарниками та тими, хто йшли за партійними списками, якісь інші протиріччя? Ну, от смотрите, внутрі, вам чесно скажу, очень хороша і дружественна обстановка. Нас поділили на 15 груп, і в кожній цій групі є глава групи, він максимально старается держать эту группу, ну, потому что 253-4 человека очень сложно вести. А если по 15 человек, так как нас разделить, в принципе, можно и взаимодействовать. Мы проводим тимбилдинги, мы встречаемся там просто после работы в ресторане, там, в кафе, пообщаться, как прошел день, поделиться итогами. Мы там бегаем, мы футболом занимаемся. Вот есть такие моменты, которые сплочают команду. Касательно рабочих моментов, у каждого, конечно, есть свое мнение, но у нас фракция, мы так договорились, что если большинство все-таки принимает, мы принимаем единогласно, потому что мы команда. Вот это основное. А можна більш докладніше про ці групи по 15 чоловік? Це якісь групи по інтересам чи як? Ні, це, ну, так просто розділили, определенных сделали капітанів групи, це як замістителі фракції. І вони далі, як кураторы, скажімо так, вони просто, ну, знаєте, очень мало мест даже в Киеве, где можно собрать всю фракцию. Поэтому для удобства сделали вот такое разграничение. И, в принципе, это очень правильно. Ну, вот я скажу по себе, это рабочая история, и все, вот видите, по результату все неплохо получается. Ну, это случайности, то, что вот эти два голосования не прошли. Так, назло врагам у них ничего не получится, ну, вот реально. Все ж таки партія «Слуга народу» йшла до парламенту як пропрезидентська політична сила, ну і, власне, мажоритарники на округах також підтримували Володимира Зеленського. Чи можлива гіпотетична така ситуація, коли позиція парламентарів, позиція народних депутатів буде розходитися з позицією Офісу Президента чи, скажімо, позицією уряду стосовно того чи іншого питання? Ну вот смотрите, когда я шел на выборы, я подписывал меморандум, и там было вот как раз снятие неприкосновенности, не пропускать пленарные заседания, комитеты, голосовать совместно с уставом партии, а там прописана как раз программа партии, которая есть. В принципе, пока, ну вот я не хочу о плохом, честно говоря, даже думать. Вот мы одна команда, у нас все получается, и пока вообще никаких отклонений я не вижу от курса нашего. Вот мы, президент выбрал его, и мы по нему двигаемся. Что оно будет, не хочу о плохом, потому что до этого вот это было растягивание этой Верховной Рады, каждый по кучкам разделялся, и, ну, вот видите, все реформы, все законопроекты не принимались, только если там как-то договорятся, распределят, там купят что-то. Все, это в прошлом, новое время, и я надеюсь, вот сейчас и в скором времени в городском совете такая же ситуация дойдет, потому что единственная сложность, с которой я сталкивался, вот сейчас приехал на округ, это... Вот люди приходят, задают вопросы, вот не получается. А теперь у меня вопрос, а к кому обращаться дальше? Потому что контакта особого пока нету. И особо его наладить никто не хочет. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки журналісти звикли питати про негатив. Вже мали місце такі факти, як кнопкодавство. З вашої точки зору, і виходячи з того меморандуму, який ви підписували перед тим, як скласти присягу, які санкції мають бути застосовані до тих, хто кнопкодавив, в тому числі зі «Слуги народу»? Я думаю, в следующий раз, і це було, наверняка, ну, читалось в глазах всех там, главы фракции, главы Верховной Рады,
будут однозначно выгонять, вот откровенно выгонять. И я уверен, этого не повторится больше в нашей фракции, потому что та ситуация, я считаю, это было вот так вот как-то, ну вот как ребенок маленький, когда ему говорят там, не трогай горячее, пока он не коснется, не обожжется, он будет думать, что это все слова. Я считаю, публично показали действительно эту проблему. Да, это неправильно, это нарушение всех там и этических, и моральных ценностей полностью неправильно. Но я уверен, это вот случайность. Так, давайте поговоримо про законопроекти, які вже прийняті, які ще будуть прийматись. Ви згадали про недоторканність, яка була знята. Що це на практиці означає? Чесно говоря, нічого не поміняється і у мене, тому що мені нікого боятися, нічого скривати. Ну, навіть якщо буде прослушуватися телефон, все те, що я розсуждаю, обсуждаю, це робочі моменти, абсолютно по ділу, і ніяких тут нету негативних мислей навіть. Вот. Пусть боятся те, кто действительно воруют, те, кто какие-то схемы проворачивают. Вот они пусть боятся. А я по себе вот ощущаю, это правильно, это должно было давно сделать, тем более люди этого очень сильно просили. Ну, опозиція вважає, що це, можливо, буде такий інструмент для того, щоб певних політиків з опозиційного табору, я зараз не кажу, це Європейська солідарність чи опозиційна платформа за життя, просто кинули за грати, щоб мати такий інструмент. Як ви ставитесь до такої позиції? Чи відповідає вона дійсності? Смотрите, що б вони ще говорили, коли їх прижимають к стінці, коли вот, Петра Алексеевича, да, сейчас вызывают на допросы, ну, конечно, будут говорить, что это все политическое преследование. Мы же уже все это слышали до этого. Это вот как Моисей, они все будут водить вот так вот 40 лет всех вокруг да около. Конкретно, если ты украл, отвечай. Ну, все должно быть по делу. Есть, ну, я понимаю так, что сфабриковать что-то нельзя. Однозначно все равно какие-то нестыковочки будут. Но если ты конкретно украл, отвечай. Вот это моя политика такая. Стосовно іншого законопроекту, який ще не прийнятий у ЗМІ та у політичних колах, доволі активно обговорюються зміни до закону про столицю. Це, зокрема, розділення функцій мера та голови Київської державної адміністрації, це запровадження районних державних адміністрацій. Угу. І «Слуга народу» підтримує ці ініціативи. Власне, чим це є? Це боротьба з Кличком, чи це позиція, яка буде застосована, можливо, у майбутньому по відношенню до інших регіонів, скажімо, повернення районних державних адміністрацій у Дніпрі, як ми знаємо, у наступному році вони будуть фактично ліквідовані. Смотрите, касательно этого, абсолютно я не вижу тут борьбы против Кличка, потому что, по сути, его нету. Он абсолютно недееспособный. Ну вот он не может собрать даже сессию Верховной Рады, кворум. Ой, сессии, да, извините, городского совета киевского. Поэтому абсолютно это не борьба, ну все, ну действительно, человека рейтинг и репутация полностью ушла. Районные советы нужны. Объясню для чего. Я учился, не секрет, там у меня в биографии есть, я учился в Харькове. И, в принципе, структура, как там все взаимосвязано работает, она показывает о том, что город развивается, город взаимодействует, и это отличная история. Вот. Я думаю, правильно их возвращать и приходить к этому, потому что ну вот, есть разделение, там депутат Верховной Рады, есть депутат городского совета, есть депутат местного совета, который, ну и у каждого есть чем заняться, поверьте. У нас в стране, в городе вопросов и проблем у людей столько, что ну, я вчера, честно говоря, в 9 вечера только закончил, и то, потому что сказал, извините, ну давайте на завтра. Працювати на округ. Да, ну у нас была там встреча с ОСББ, и приходили жители, записывались давно на прием, вот сегодня у нас тоже продолжение. Какие питания задают? Вопросы, конечно, их миллион. Там и дом треснул, и дорога под подъездом невозможно ездить, там руки-ноги ломают. И темно, и наркомания, и наливайки. Ну, я очень много вопросов для себя определил. Сегодня, например, мы первым делом уже
это было запланировано до этого. Мы хотели провести изначально встречу с жителями, с главами ОСББ, определить проблемы. А вот сегодня у нас час дня будет уже круглый стол с полицией, с прокурорами, для того, чтобы я им конкретно уже эти вопросы задал. И мне интересно, что они на это ответят, потому что я не хочу, чтобы все наши там встречи с жителями либо собрания проходили чисто поговорить. Вот конкретно проблема есть, дальше ее надо решать. Ну вот все, я просто человек, я сам спортсмен и привык вот результат, он действительно, если ты медаль получил, если ты победил, то вот это результат. А чи є це функція народного депутата, чи все-таки це функція депутатів місцевих ради? Тому що народні депутати, як ми знаємо, в першу чергу мають писати та приймати закони. Да, но не зря же вот у нас есть сейчас неделя работы с округом. Поэтому, как минимум, в своем округе я должен разбираться, кто как, за что отвечает, кто какие вопросы контролирует, какие есть проблемы и кто может помочь в их решении. Поэтому я считаю, все мы делаем правильно с моей командой. Ми згадали з вами про районні державні адміністрації. Ви вважаєте, що їх потрібно повертати. Хоча міською радою Дніпра було прийнято рішення про їх ліквідацію з тією мотивацією, що вони фактично дублюють якісь функції одне одного. Це буде приймати рішення по районним державним адміністраціям, зокрема у Дніпрі, міська влада, чи це все-таки буде на центральному рівні вирішуватися? Я думаю, це буде однозначно центральна позиція офиса, президента. Для чего это нужно, еще раз повторюсь, вот вроде как, да, в городе сказали, типа, они не нужны. Конечно, они не нужны, потому что их лишили полностью, и терцентр у них забрали, и школы, все забрали в горсовет. Конечно, они не нужны, но горсовет справляется с тем, что он на себя набрал. Поэтому нужно в этом плане разбираться и решать. Вопросов и проблем очень много, и этот орган конкретно, он отвечает вот за более узкий отрезок, вот Шевченковский район, например, на моем примере. Вот, я считаю, его нельзя расформировать, нужно наоборот взаимодействовать, и, ну, чтобы была субординация, и все-таки все между собой работали. Главное – результат. Понятно, что плодить не надо, там, чтобы было их миллион этих, но районные рады – это, ну, мое мнение, они необходимы. Таке питання стосовно законотворчості. Команда президента Зеленського виступає за впровадження ринку землі. Досить таке дискусійне питання, яке викликає безгліч дискусій. Власне, ваша позиція з цього приводу, і чи можете назвати приблизну дату, коли ринок землі може запрацювати в Україні? Я слышал в обсуждениях такую информацию, что в октябре следующего года планируется эта реформа уже, ну вот она запустится. Но свою точную позицию пока не могу озвучить. Я бы хотел еще немножко взять время для того, чтобы определиться, все за и все против. Потому что вот сейчас, пообщавшись с людьми, все-таки у нас партия называется «Слуга народа», и мы должны у них спрашивать, действительно, что вам нужно, а потом уже с офисом планировать, как мы это все можем перестроить так, чтобы было удобно и все было для людей. Ну, все-таки, якщо говорити загалом, ви за продаж чи проти продажу? Вот я ж вам говорю, поки я не готов відповісти, ми ще це все дискутуємо. Дискусія. У парламенті ви, зокрема, займаєтесь питаннями екології. Розкажіть про це докладніше. І, власне, які головні проблеми ви бачите для себе для вирішення? Смотрите, неспроста я вибрав для себе комітет по екології, тому що, коли вів свою предвиборну кампанію, я определив, що центр весь рубят, деревья убирают. Днепр, к сожалению, там входит там, в пятерку загрязненных городов всей Украины. Приднепровский химзавод. И все этим мы дышим. И до этого, вот понимаете, какой бы ты классный, здоровый образ жизни не вел, если ты дышишь этой гадостью, ну, ты будешь болеть, к сожалению. Поэтому я очень рад, что в бюджете даже на следующий год прописана эта статья об экологии, и мы в этом плане будем двигаться дальше, развиваться. Я для себя определил, помимо этого, еще подкомитет я возглавляю поводжение с ветходами. Вот. Хотелось бы разобраться с этим, порядок был, потому что, ну, мало, может быть, кому это интересно, но для меня эта тема очень близка, потому что, я же вам говорю, вот я слежу за своим здоровым образом жизни, я хочу, чтобы мы тоже и дышали свежим воздухом. Ну, тем более я в тренде, еще на электросамокате езжу в Раду, поэтому это все вот так вот взаимосвязано. Министерство экологии же объединились с Министерством энергетики, и ну, вот все это сейчас действительно
я уверен, в будущем это самый будет прогрессивный и топовый комитет. Ну, я, до речі, був на нараді президента Зеленського у Кривому Розі, коли він пропонував перенести міністерство до Кривого Рогу. Яка ваша позиція цього приводу? Я считаю, это правильно, но, конечно, с Киева, с Кончезаспи, там, откуда-то там, с центра, легко решать вопросы Кривого Рога, не зная их. Вот если конкретно перевести, они уже будут думать, они же будут этим дышать. Очень четко, понятно, красиво. Я поддерживаю полностью вот курс президента. Ну, не зря я в его команде и полностью вот поддерживаю его. Як народний депутат України, обраний від Дніпра, чи будете ви лобіювати виділення окремої статті в бюджеті на реконструкцію аеропорту? Да. Это, я уверен, в скором времени вы уже это почувствуете. На следующий год будет заложена статья на проектирование уже аэропорта. Нам очень нужен аэропорт, потому что это откроет, во-первых, нам, днепрянам, они не будут ехать по вот этой дороге в Решетиловке Полтавской области по ямам в Киев для того, чтобы лететь куда-то, а могут отсюда просто брать и лететь. Почему в Запорожье есть аэропорт, там лоукосты летают, а у нас не летают. Поэтому мы к этому пришли, президент это обещал, и я очень рад, что это будет в бюджете на 2020 год. Сколько времени будет строиться? Ну, есть такая информация, пару лет. И пару лет, и уже днепряне смогут полететь отсюда в Европу. И это откроет туристическую привлекательность Днепра, потому что он очень красивый по области, очень исторический такой памятный город. Будет иностранцам очень интересно прилететь к нам. Но для этого мы должны сделать условия, как раз, чтобы они без проблем сюда прилетали. Чи можна зараз говорити про якусь конкретну суму, яка буде виділена на наступний рік? Поки точно немає інформації, але є, я слышав, там около 200 мільйонів на проєктування буде виділено. На наступний рік? Да. З інших парламентських партій, які представлені у Верховній Раді, це «Європейська солідарність», це «Голос», це «Опозиційна платформа за життя», «Батьківщина». Хто є вам близьким за ідеологією, а хто є однозначним опонентом? Ну, однозначний опонент – це «Європейська солідарність», да, яка, ну, повністю довір'я людей іспортила і розорвала в клочья. Вот знаете, как-то, а зачем они, по сути, нужны, если мы все принимаем совместно и хорошо? Там «Батьковщина», она поддерживает наши инициативы, мы прислушиваемся. Ну вот, в принципе, если так брать, то, наверное, «Батьковщина» ближе всего по идеологии и по понятиям. Но ни с кем не хотелось бы мне, там лично, я ни с кем не строю коалиции, никаких договоренностей. Вот у нас большая команда, в принципе, народ вот так доверил, поддержал, такого никогда не было. Ну, мы сами можем все реально принимать. Главное, ну, чтобы все-таки было по совести. И вот я чувствую, да, что это не просто нас большинство, мы можем принимать все решения, а и ответственность за все решения мы тоже несем. Поэтому это большая все-таки такая ответственность. Ну, власне, це називається у нас одним словом монокоаліція. Да. А чи не загрожує така ситуація демократії в Україні? Нет, потому что вы можете наблюдать, как проходит заседание Верховной Рады. Спикер Дмитрий Разумков, он полностью прислушивается ко всем. Если вот нет никаких замечаний, то тогда мы там ставим на голосование. Он очень дипломатично все ведет и выслушивает каждого. Поэтому, ну, абсолютно демократии нет. Но если у них какие-то есть доводы, аргументы, даже это было уже заметно, был перерыв объявлен, и они проводили такие совещания. Но пока это все... И вообще, я вот изнутри вам скажу, они очень сильно популизмом занимаются. Это чисто каждый там берет слово для того, чтобы засветиться на экране. Ну, я считаю, что надо работать, а не светиться. Ну, ви сказали, що однозначний опонент для вас – це «Європейська солідарність». Чи можна говорити, що «Опозиційна платформа за життя» ближче до вас, ніж фракція Петра Порошенка? Ну, такі питання немножко, вони провокаційні. По поводу «Європейської солідарності» відповідаю. Не то, щоб я там повністю все в штики. Ну, все-таки люди. Но
По ним видно, вот даже как Геращенко обзывала депутатов от нашей фракции «Слуга народа» там оскорбительными словами. И при этом не извинилась за это. Так, это был скандал великий. Большой скандал. Но вот как можно о чем-то разговаривать, если полностью нет уважения? Какая демократия? Ну, как, если просто банально не соблюдаются уважения к друг другу? Ну, с этого все начинается. А после этого можно уже о каких-то там дружеских или недружеских моментах общаться. Оппозиционная платформа «За життя», я вообще их не всегда вижу в зале. Они там есть, нет, не знаю. Они там удобно сидят на галерке. И, в принципе, некогда ни с кем дружиться, ни с кем общаться. Вот, пытаюсь максимально лично за себя, говорю, разбираться во всех голосованиях и законопроектах, которые мы принимаем. И, ну, честно, там на обед выходим, и все. Это основное. А на обеде их нету, в столовой там... Простіше, депутат. Досить скоро будуть у нас місцеві вибори, поки ще невідомо, чи строкові, чи дострокові. Коли стане відома позиція «Слуги народу» стосовно кандидатури мера Дніпра і стосовно, власне, тих, хто піде до міської ради, до обласної ради, до районних рад, якщо вони все ж таки будуть відновлені? Поки тишина. Вот откровенно вам говорю, пока тишина, потому что если постоянно в этих выборах участвовать, когда тогда работать? Вот первостепенно сейчас конкретно принятие серьезных изменений, серьезных законов, которые никогда в стране нашей не принимались, откладывались, которые там переписывались как-то под конкретные ситуации. Вот сейчас первым делом, мне что нравится, наша команда вычищает и приводит в порядок законы Конституции Украины. Вот полностью делает ее действительно такой, чтобы европейские инвесторы могли спокойно зайти к нам в страну, чтобы они не переживали, что их накроют завтра. Ну вот, такого плана максимально обеспечить уровень развития нашей страны и максимально защитить наших украинцев. Там вот сейчас отопительный сезон впереди. Вот это первостепенная ситуация. Никто будет там, ну когда будут выборы, а сколько людям платить за коммуналку. Вот это самый большой вопрос, кстати, мне его очень часто задают, вот вчера задавали. И тарифы уменьшатся, но вопрос насколько. Вот сейчас это премьер-министр этим активно занимается, ему президент дал такое указание, вот он тоже активно очень начал. Мне, вот знаете, что еще очень нравится? Это открытость. Открытость, даже вот премьер-министр запустил свой YouTube-канал, там «Чашка с премьером» называется, и каждое воскресенье он делится... Как прошла неделя? Расшифровываю там то, что непонятно кому-то из украинцев. Ну, все круто, мне нравится. Ще таке питання. Ви обиралися як мажоритарник до Верховної Ради. Зараз вже прийнятим є закон про перехід від змішаної до пропорційної системи. Тобто будуть обиратись депутати лише за партійними списками. Ваше ставлення до цього? В принципі, я очень поддерживаю то, что депутатов уже там 300, сократили количество до 300. Потому что, скажу вам честно, зал не рассчитан на такое большое количество людей по вентиляции. Он и не привык, что там столько депутатов приходит. Поэтому, ну, 300 хорошо. Ну, к сожалению, у нас численность населения сократилась. Мы должны сейчас за 5 лет, за нашу каденцию максимально сделать, чтобы она увеличилась. Тогда можно разговаривать о том, чтобы депутатов там было опять 400 с плюс. Сейчас, ну это ж, вы же помните, да, когда это ж все вот с 92-96 года, когда было в стране 45 миллионов, поэтому и сделали 450. 52? Да. Сейчас, я думаю, 30. И вот поэтому 300. Ну, тут такая пропорция все-таки действует. Система, вот знаете, это больше уводит вот именно то, о чем вы говорите, депутата в законотворчество. Округами и городом будет заниматься местная власть, местное самоуправление, а вот депутаты Верховной Рады, они будут больше заниматься законотворческой деятельностью. И да, и нет, я к этому вот так вот отношусь. Но все-таки поддерживаю, потому что это политика президента. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Кирилом Нестеренко. На все добре.